Руководство фонда «Самрук Казына», а также его дочерних предприятий «Самрук Энерго» и «Казахстан Тимиржола» могут обвинить в злоупотреблении должностными полномочиями. Проверку по данному факту ведет антикоррупционная служба. Там считают, что топ-менеджеры в интересах частных компаний нанесли ущерб государству на 3 миллиарда 800 миллионов тенге, что считается особо крупным размером. Однако, кого именно подозревают в совершении данного преступления в интересах следствия, не сообщается. Также пока неизвестно, есть ли задержанные.